Hello, друзья, с вами StevPro, и сегодня я покажу модный Капитан Америку для Minecraft Pocket Edition. Этот мод дает нам Капитана Америку в наш Minecraft Pocket Edition. Что ж, во-первых, чтобы вам стать Капитаном Америком, вам понадобится вот такой щит, который вы можете достать из различных программ или с помощью мода, который у вас становится блок лаунчер. Ну, запомните ID этой штучки или этого щита 450. Ну что ж, для дальнейшего обзора мода мы включим вид от третьего лица и возьмем вот этот щит. Да, щит ничем не отличается, но как мы тапнем по земле, мы превратимся в Капитана Америку. И как видите, мы превратились в него. И что же мы здесь видим? Мы видим, что становятся эффекты, и на правой руке у него появляется его щит. Да, у нас целиком изменился скин, то есть мы стали тем самым Америкой. Да, что ж, давайте теперь начнем спасать мир, но, к сожалению, здесь мы не сможем летать, так как он умел летать, ну, он, по идее, не умел летать, но он мог довольно высоко прыгать, но мы можем не совсем высоко прыгать, но все же мы можем прыгать, и, кстати, у него очень большой урон, давайте отвалим коровку, и, как видите, коровку мы убиваем с одного удара, и это доказывает, что у него очень большой урон, и также мы убьем злых мобов, да, тоже с одного удара, но это, опять же, смотря кого, к примеру, крипера мы убьем, конечно, с одного удара, потому что хп у него ни о чем. Что ж, давайте включим сложный режим, и я вам докажу, что мы убиваем его с одного удара. Да, так и есть, но если мы завоюем самого большого моба, то есть с большим хп Эндерман, то мы убьем его только с двух ударов. К сожалению, это так. Но мод довольно прикольный, с ним можно повеселиться, попрыгать. И также этот скин смогут увидеть ваши друзья в онлайне. Да, это свой обычный скин, но он довольно прикольный, так как у него есть щит на его правой руке. Но, к сожалению, этот щит сейчас мы не видим. Но вы можете увидеть его, включив вид от третьего лица. Да, вот такой прикольный щит. Прикольная маска, прикольная одежда, но он мне чем-то напоминает ковбоя. Да, есть что-то такое, но я не знаю, что напоминает в нем ковбоя. Наверное, его руки, его ноги, возможно, это так. Но это просто крутой мод, который вы можете скачать и оценить сами. Что ж, давайте попробуем набрать 100 лайков. Что ж, готовы? Тогда, можно сказать, мы заканчиваем или начинаем. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.